Всем привет, друзья! С вами Виталий Буц и регулярный и короткий новостной выпуск от No Mercy Radio. Если у кого-то возникнет желание поддержать его выход копеечкой, ссылка на донат любым удобным для вас способом есть в описании, QR-код на экране. К сожалению, сегодня таких нет, но show must go on. Группа Monflame выпустила очень приятный душевный тречок под названием Play и супер бомбический, очень круто снятый ретро-клип с кучей известных персонажей внутри. Если вдруг кто-то не в курсе, Monflame на данный момент это Ardentis из Stardown, Алекс Павлов из Outcast, Extomatory, гитарист Дмитрий Кондрусев из Тот и гитарного батла, на барабанах Руслан Тимонин из Animal Jazz и группы Багровый Фантомас. Возвращаясь к треку, он слушается мега вкусно и приятно. Тема ретро-компьютерных игр и двухмерных файтингов мне очень близка. Я фанат Мартача на 16-битной Сеге. Парни сделали шикарный клип, Бурза как родной в него вписался, как и соляка Дмитрия Рубановского. Кого еще вы узнали в этом видео, напишите в комментарии. 8 июля парни будут играть в Питере, надеюсь, и до Москвы скоро доедут. Помните группу «Полтора кг» от личного пюре? Уверен, что помните. Спускаясь в метро, ставишь диск, жмешь резко на плей. Так вот, если вы скучали по этим ребятам и вокалу Димы, у меня есть для вас хорошая новость. Появилась новая группа, которая называется «Пити». Известно о ней пока до неприличия мало, например, вот так выглядит описание группы ВКонтакте. Но уже доступны два сингла, и пусть по звучанию это не те самые полторашки в чистом виде, но новые песни нового проекта в любом случае заставят вас поностальгировать. А если вы поп-панк-динозавр и любили полтора кг, то, возможно, даже понравится. Ждем новых треков и концерта. Агайские металкорщики Miss May I выпустили новый трек под названием Earthshaker и клип на него. Получился бодренький, грувовенький металкорчик, под который хочется быстро трясти башкой. Мне нравится вот этот рифачок. Текст и видеоряд намекают нам на то, что с этим миром что-то происходит не так. Трек войдет в 7-й альбом, который выйдет 1 сентября и будет состоять из 10 композиций. Парни из горячо любимой мной группы «Терпимость 0» выпустили концертный клип на трек «Вожделение», снятый на питерском и московском МФ-фестах. Получилось атмосферное, внимательные зрители могут увидеть меня, пару раз промелькнувшего в этом видео. А еще там есть Артем из Оригами и Ганс из Соляриса. Сам сингл выходил зимой, и новый клип — это отличный повод его переслушать. По-моему, песня получилась очень горячая. Ну а ближайшим концертом, на который я планирую сходить, станет Moscow All Stars Pop Punk Fest, который пройдет в центре Москвы на Комсомольской. Москва, лето, отличные поп-панк команды под открытым небом, по-моему, все идеально. Уверен, что будет супер душевная атмосфера, если тоже планируете сгонять, увидимся. В ностальгической рубрике с отгадыванием сегодня фрагмент клипа на трек с альбома 2006 года от одной широко известной в эмо-кругах группки из Нью-Джерси. Кто вспомнил и узнал, напишите в комментарии. Спасибо всем за просмотр, заранее спасибо за поддержку. Добрым словом в комментариях, лайком или донатом. Люблю, обнимаю и до новых встреч.